Итак, у нас двухмиллионный соперник. Опять Кабабланк. Мы с ним играли. Чем все закончилось? Что это за дебют? Дай угадаю, мы выиграли. Почему ты это здесь? твой гамбит, да 4-5. Что сделать, ты знаешь? Ну слон d7 надо. Не. Почему? Есть такое, кстати, или нет? Да, знаю. Навряд, если не думаю, что есть компенсация достаточно. Не, ну фигурки активные. Да не особо. Почему активные? Ферзь d6 сейчас пойдем. Ферзь d6, слон b4. Ну да, и чё? Конь e2. Смотри, слушает тебя. Ладно, думаю, какой здесь можно мат. Я знаю, какой здесь просто можно дать мат. Смотри, сейчас про... Ну ладно, можно было так. Так, так, так. Да, так, так. Ну кто бы сомневался. О, мы повели ладью, отлично. Или мы поймали ферзя. Да нет, зачем он нужен? Все, слон h2 теперь реально работает. Как ты думаешь, он защитится от этой сверхнезаметной угрозы? Конь g3 пойдет. То есть он ее увидит. Или он посчитает, что я напал на пешку. Как думаешь? Да, сейчас пойдет ладья b1. b3. Подойдешь. Зачем это было? Слушай, может, мы его оценивали? Хотя нет. Ну там же нет все равно этого мата, или есть? Блин, у нас мало фигур, если можно было и фигзя и ладью туда отправить. И как, стоп, подожди, как это выглядит? Мы можем, а мы не можем. Ну что, выбора нет так-то. Пусть забирает, а мы будем думать. Мы поведем через e8, e6, аж не проведем ее на 6. И что? Какой мат там мы даем? Нам нужен белопольник. Нам нужно, чтобы ладья была вот тут, а пешки уже не было. И это все не поможет. Потому что мы можем дать мат только белопольник. Которого сейчас могут съесть, смотри. Это абсолютно невозможно. Ты не поймешь. У нас это... Добавь... О, вот видишь? И? Ну вот это же хорошо, а ферзь h6. То есть мат 2 года не? А, ну понятно. Я еще даже сходить не успел. У нас все шансы, я думаю. С ним нет. Да, пожалуй, если человек сдается даже при своем, при чужом ходе не сделал. Так, понятно.